клиентов. Мне больно об этом говорить, но я должен об этом сказать. В том-то вся и проблема заключается в том, что люди из Днепропетровска, они не плачут по Петровскому, Сергей. Вы и поверьте, они вообще его проклинают, потому что знают об этом. Они не плачут по императрице Екатерине II, потому что Днепропетровск, я категорически вам утверждаю, самый проукраинский город во всей Юго-Восточной Украине. Самый проукраинский. Мы остановили русский мир. Мы остановили русский мир. Но проблема в другом. Людей возмущает другое, что их мнение сломали через колено. Не надо бояться проведения консультативных опросов. Мы стремимся к Европе. Посмотрите, как произошло в Нидерландах. Когда в Нидерландах поставили консультационный опрос, а стоит ли присоединять Украину к Европейскому Союзу, имеется в виду про ассоциацию. Вот о чем идет речь. И именно поэтому, друзья, я могу об этом говорить. Вы голосовали против? Я голосовал против переименования. Фракции. Я говорил, голосовал против, потому что у меня есть принципиальная моя позиция. Я зарегистрировал свой проект закона о том, что такие вопросы местного и локального значения, как наименование улицы, города, должна решать территориальная громада. Вы своего ребенка, когда называли при рождении, вам никто не навязывал, как его назвать. Я вас очень прошу, не блокируйте мой проект закона о проведении консультационных опросов. Не блокируйте. Я думаю, что к этому вопросу ничего не будет.